Книги, книги. Тетради у нас было всегда море в Советском Союзе. А вот за книгами здесь люди занимали очередь с 5-6 утра. Сейчас вот уже меняется. Есть сувениры, есть разные поделки, есть мастера и так далее. Но язык им остается одно. Мы все рады и готовы отмечать день рождения Пушкина здесь, в полотенном заводе. И очень хорошо, что этот праздник, немножко изменился, он тоже одновременно и днем полотенного завода, и он продолжается до самого поздна. Я от всей души хочу от себя лично, от депутата законодательного собрания, от губернатора Комсомольска, поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Еще раз и много раз вспомнить. Спасибо. И вы будьте здоровы. Я здесь.
Набатут? Костя! Смотрю! Смотри на меня! Надеюсь, хороший. Спасибо, Андрей, хорошо. Слушай, а сейчас можно как-то уже укусничка беседки. Вот уже Андрей здесь, с Юрием Васильевичем. Слушай, ну давай мы уже сюда подтягиваемся все, да. Летят за днями дни, и каждый миг уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. Блядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Вот в этой обители трудов и чистых нег Александр Сергеевич хотел навеки поселиться и много раз об этом говорил, что он хотел бы жить на полотняном заводе. Увы, это не получилось, но я думаю, что все мы, кто здесь сегодня присутствуем, какую-то частицу этого удивительного реактора по имени Пушкин себе несем. Племя темных слияний, селекция дальних пород, но славяне, а не наоборот, накануне угона, за Шеломенем, из-за горы, что угодно, бум и тартарары, но не бунт эпигонов.
О, предтечи, хрипите, скидываясь поднюю бязь, как герпитер через водобоязнь, селенину в коморе, по бомшевые уши вдубась, к морю, через водобоязнь, в реке пропотели, европейцы с паролем авоз, и протеи, впрягшись в рыбный обоз, и растрогает он их, нас, одеревенивший восторг, на иконах пробуравив. Восторг. Дорожные жалобы я просто позабыла все на свете. И оказывается, он вошел в диск «Лучшие романсы на стихи Пушкина» наравне с такими композиторами, как Глинка, Свиридов и Шварц. Андрей Крамаренко. Пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, трогостью, ревностью томим. Я вас любил, да искренно так же, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Сказать, что это не я написал этот романс. Да, это музыка Шереметьева на стихи Александра Сергеевича Пушкина. А мой романс называется «Дорожные жалобы». «Дорожные жалобы», в общем, вступает пиццикато. И свинёческих могил на большой не знать дороги, убери, Господь, сури. На коленях под копытом, ногай под колесом, или во рву водой размытом, под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окрестенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. То дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома.
ну пошел же спеть еще один романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина, прекрасного композитора, нашего с вами современника Андрея Крючкова, который написал, кстати говоря, очень много песен на стихи замечательного калужского поэта Валентины Невинной. Ну вот у него есть романс, очень красивый, я специально его учил к этому празднику. В общем, если буду ошибаться, то мне не верится на меня. Мадонна. Немножество картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно удивился, посетить внимательно важному суждению знатоку. В простом углу моя средь медленных трудов одной картины я вечно зритель одной, чтоб на меня с холста, как с облаков пречистая и наш божественный спаситель, она с величием, он с разумом в очах, внимай кроткие восхвали. Одни без ангела под пальмою Сиона, одни без ангелов. Исполнились мои желания, дворец тебя мне не спасло. Чистейший прелести, чистейший образец, чистейший прелести, чистейший образец. Это хрестоматия, тут 100 поэтов. Ну, а ваши есть здесь? Есть. Я лягу в ванну, я возьму с собой стеклянный стакан воды. Вода снаружи, пусть будет вода внутри. Эти тетради безмерно пахнут клеем. Этот день поделен окном на 4, он словно шепчет: не выходи из квартиры. Этот крест так велик, не надену. Я уж выйду вон, я подчиняюсь телу. У меня стеклянный друг, мне тут одиноко. У меня неразбитый друг, ты видел так мало ртов, а я так много. И мне хочется залатать, запаять, заклеить эти черные дыры, эти пасти. Они не искали ни радости, не искали счастья, они искали наживы. За завтраком лихо, полсердце, шутка ли? Твоя любви уместится в желудке. Фи, а твои пасы делают не сварение. Забирай, забирай и вали по-хорошему, детонка, и не хлопай дверью. И вышла бы я за круг, но до него далеко. Я вижу крест на стекле. Отлично, выйду в окно, только закрой за собой. Нам будет дуть. Не томи, собралась я в путь. Но мы стеклянный дуб. В твоей прозрачной душе качает водиться дно. Качает дух до мишени. Расходится круг и круг. Тебе не хватило ума. Сорвалась и собственный дуб. И снова влюбился. Целую. Я иду никому на свидание.
Мертвая рыба в пакете болтается, смотрит пристально алым глазом, такая похожая на меня. Мы обе обернуты, мы смотрим пристально, обоим мерещится, моря и пристально, нам обоим охота запеть, но не дышится. Извини, чешуя, господин, хочу. Пользуясь тем, что я сейчас хозяйка на этой сцене, я, пожалуй, прочитаю два своих стихотворения. Первое правильчик. Если б я была горой из гранита и асбеста, я б гляделась горделиво, из воздушной окоем, и кристаллами сверкая, платье снежным, как невеста, я не сдвинулась бы с места, я б стояла на своем. Если б я была горянкой, чтобы песню песни пела, и как матовый свет пылала, и на свадебном пиру я б шашлык хрустящий ела, и манистами звенела, подливая звонкий кубок цвета крови кончкару. Если б я была овечкой, я бы думала о вечном. А о чем еще мне думать, глядя в пляшущий костер, чтобы ухало сердечко, чтоб свивалась шерсть колечко, а чтобы стучек был треножник, чтобы ножик был костер. Няня. Няня, скажи-ка, няня. А Франция, а Франция, прелестная страна, провинция шампанская, не пьянты без вина, а звонами шершиля фам и фрозена кружок. В Парижце, во Францию поехали кружок. Ах, немцы, Сузанна Фен-де-Фон, там выдох, как сентенция, а как сиома вдох. И в этой Фатерлянде ты станешь сам с тобой, в Берлинде, в Германию поехали с тобой. А Греция припомнилась, как бел овечий сыр, чудак один, Макрополос, там создал эликсир. С тех пор живут и ставятся, сертаки пляшут. Эй, ах, Кэрином в Афинцию, поехали скорей. Опция, романсия, ты знаешь ту страну. Там каждый день экспансия, там каждый час плену. До высока инфляция, до горе табачок. И я с тех пор, душа моя, про ту страну молчу. Нужен памятник старухе на скамейке в телогрейке, не дедку в кривом триухе, жизнь идущему по змейке, ведь у каждой деревеньки, у вокзала, у причала, в телогрейке на скамейке, она вечно встречала. Ведь от каждого селения, где есть братская могила, Евдокия ли, Евмения, вечный путь всех проводила. В телогрейке цвета сена, в телогрейке цвета поля, в телогрейке неизменный, как любовь и виной. Яблоки детских колясках, яблоки в детских колясках, нищие наши старухи катят дороги поближе. Выросли дети и внуки, выросли дети и внуки, славные дети и внуки, а на обочине жижа выросли, поумирали, спились, убили
висели, что-то удачно украли, где-то нещадно влетели, но серебрятся вершины русского женского духа. Господи, не разреши нам этим перечить старухам, лучше купить этих яблок ведрами, ведрами сразу. Лучше купить этих яблок, прежде чем хлынет из глаза красных, зеленых и желтых, желтых, зеленых и красных вдоль федеральной дороги, продолговатых и разных. Матушка, полный багажник, матушка, полный багажник, кланяться, кланяться в ноги. Спасибо. А обещанный сюрприз, это, собственно, хрестоматия для старших школьников, которая называется шедевр русской поэзии, которую можно подойти и взять, она в двух пачках лежит везде. Карташин украшить мелкой терочкой, улыбаясь, простые цветы, и кормить ей двоих перепелочек нереальной такой красоты. Ходят парой ни дров и ни вороны, издают нежный звон хрусталя. Вокруг дома сады на все стороны, воробьями тихонько звенят, гуси криком кричат за оградою, кто-то лает в какой-то дали. Это то, что действительно надо мне, звуки северной, брат мой, земли. Только в предчувствии осени кошка лежит на спине, там, где вы тапочки бросили, и прибывают они, там, где вы книгу оставили, у голубого пруда. Шторы в окне не поправили, на пол просыпали, да? Как хорошо, не стремительно, а призадумавшись чуть, вам совершать ослепительный послеполуденный путь. Как это важно быть занятым мудрым осенним трудом, радостно, тихо и правильно ягоды мыть над прудом. Имя Наталья всегда вдохновляло Пушкина. И у нас тоже есть Наталья, красавица уже 21 века. К тому же она пишет стихи, а на теле и радиоведущая телеканала Ника ТВ Наталья Головатюк. День. Я в настоящий момент нахожусь еще и на работе, поэтому вот мне коллеги звонят и узнают о том, как проходит здесь пушкинский праздник. Я рада поделиться тем, что так много людей и действительно замечательное, очень атмосферное сегодня состояние. Что касается стихов, здесь отмечалось, что Александр Сергеевич действительно отличался разнообразием творчества, и стихи очень разные. Наверное, тоже я попытаюсь тогда почитать разную лирику, разные стихи. Конечно, хочется больше светлого, но тем не менее есть вещи, которые очень злободневны, очень то, что в душе, и то, что перекликается сегодняшним днем. Это вот самое свежее из того, что есть. На днях я сварила варенье из киви. Оно оказалось не то, чтобы очень. Еще загадала, поехать бы в Киев. Да только загранник, полгода просрочен. За год изменилось столь многое в жизни, что, кажется, минимум 100 пролетело. И если я стала косноязычней, то лишь от того, что в душе накипело. А высказать как? Иероглифов мало. Не то, что каких-то там букв в алфавите. Одно неизменно — то чувство вокзала, с которым живу на изломе событий. Какая стабильность и чувство комфорта. Кругом перемены, смотри с интересом. Калуга в преддверии аэропорта. Но мне не купить в нем билет.
до Одессы. Есть тысячи мест, куда можно поехать, и я утешение найду себе точно. Но все-таки в жизни возникла прореха. И я теперь поп. Все очень непрочно. На самом деле в моем творчестве действительно очень часто Одесса, потому что это город очень любимый, очень близкий, и много стихов рождено под влиянием этого города. Снять бы домик у моря и пожить не спеша, чтобы от прошлых историй отдохнула душа, чтоб без гонки и спешки, без чужой суеты ни орлом быть, ни решкой у соленой воды, просыпаться с рассветом или с ним засыпать, из ракушек браслет эта темна собирать, ни о чем не тревожась, никуда не стремясь, просто чувствовать: Боже, я не зря родилась. Удивительное свойство гения. Пушкин побывал здесь и как будто выдал этим местам охранную грамоту. Он сохранил этот простор, это небо, эту реку, дом, все. Я бывал когда-то давно, когда было все здесь в запустении, вот и памятник вот этот. И все-таки творческая воля Пушкина, его тень, которая здесь все время витает, она эти места хранит и преображает. Вот Виктор Есипов, пушкинист, он, может быть, подтвердит мои слова, что больше всего и чаще всего Пушкин писал о воле, о свободе, о независимости, творческой, человеческой, какой угодно. И она была для него выше всего. Вот я прочту стихотворение Пушкина именно об этом. Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль недвижной влаги его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его, зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. Вот такой был Пушкин. Ну и несколько своих стихотворений, так или иначе связанных с Пушкиным. В Москве, в Кривоколенном переулке, до сих пор цел дом, в котором жил поэт Дмитрий Веневитин, друг Пушкина. И именно в этом доме Пушкин писал, впервые читал свою трагедию «Борис Годунов». Вот об этом стихи мои. Дом Веневитинова в Кривоколенном переулке. Исчезал из глаз и снова из метели выплывал дом, в котором Годунова Пушкин некогда читал. Здесь на кухне моют ложки и витает дух котлет. Тускло светятся окошки, вот уже 200 лет. Времена сегодня злые, ведь весь народ кругом знобит. За спиной молчит Россия, за окном метель гудит. Но забыть не может Углич, невысок и темнолиц. Из угла все бродит в угол обреченный царь Борис. И сквозь ветер одичалый слышно, глухо хлопнет дверь. Кто-то смуглый и курчавый удаляется в метель. Нынче вечер непогожий, ветер носит вдоль витрин и безмолвие прохожих, и шершавый шорох шин. Ожидает тот, кому задаешь, иначе не отвечаешь, вопросы. При чем здесь крестьянин и санный след, и пушкинский почерк по белому белым? Татуировка сильнее, мол, счастья нет, а есть только свет и тьма, обведенные мелом. Мы живем в потьмах, в попыхах, и весь этот мир, где досужий крестьянин успел обновить свой полос, всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир, надтреснутый, запинающийся, негромкий голос, говорящий чудную, чудную весть о том, что ты здесь, и уже с пути не собьешься. Господи, пробормочешь, если ты есть, и тут же заткнешься. Спасибо. Ева варила варенье из яблок. Был этот день ароматен и сладок. Осы слетались
на яблочный зов. Был небосвод над землей бирюзов, словно вознесся невидимый храм. Боже, спасибо, подумал Адам. Воробей чирикает на ветке, про свои рассказывает ветки, что за беды вдруг у воробья. Долго так чирикает все утро, важно так чирикает и мудро, ничего от мира не тая. А денек, должно быть, будет славный, нам сегодня благосклонен главный. Он подарит нежность и тепло. Я проснулся рано до рассвета, вижу, как вот-вот подступит лето сквозь мое оконное стекло. Спасибо. Мой друг, взгляни, как весел мой досуг. Вот мной приобретенное умение упрятываться в тайное веселье, где жизнь и божество и вдохновенье, и врачевать души моей недуг полдня, не выходя из кельи. Здесь множатся мои черновики и грудами нечитанные книги, как будто с того берега реки я слышу их героев говор, крики, и я навстречу рвусь к ним напрямки. Мой друг, я научилась высекать из этих слов и строк огонь и влагу, выбирать сквозь типографскую бумагу лирического духа благодать. О, если б знал ты, как я здесь горю, с каким восторгом утоляю жажду, в какую с рифмами в ночи вступаю прю и до рассвета над строкой стражду. Книголюбивый мой, затворнический рай, до той поры не растревожит меня май и благорастворение воздухов, пока мистюческой весенней строкой или пастернаковской, или чьей-нибудь другой не ублажу и глаз, и речь, и ухо. Актриса Калужского областного драматического театра, человек, обладающий удивительной какой-то творческой энергетикой, которую, я думаю, вы сейчас почувствуете, певица Ирина Бургонова и с ней баянист Юрий Кочнев. Простите, Юрий Кочнов. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем рассвет, и в моей груди расцвело тогда чувство нежное, сладкое любви. Хризантем, отцвели,
да любовь. Позировать. Совет да любовь. Спасибо. А Горько? Ну ладно. Все, прощальные кадры. Все. Да, да.